Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обалденный тест. Я прокачал еще одного героя на максималку. Это такая вот Махатма, 10 СО, вальс эмблемой, плюс обряд лечения у нас стоит для отхила, плюс ангел и 10 СО, которая дает 70% дефа, плюс 120% жизни. В принципе, нам этого должно хватать, чтобы тащить. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, это землеройка, это молчание. Он сейчас накинет молчанку, и все, и мы в итоге ничего не сможем сделать. Вот это один из минусов. Плюс недомогание, ну, это еще так, полбеды. И плюс паралич. Вот видите, мы не можем использовать просто свое умение. Вот чего боится Махатма и многие герои. Это именно молчание от землеройки. Просто тупо под молчанием мы не можем даже включить хотя бы один раз свой скилл. Недомогание не дает нам отхилиться от чарки, как видите. И все, и печаль. Тупо заблочили, и герой просто становится в таком варианте неактуальным. Давайте еще на кого-то нападем. Поищем Космо. Космо там тоже тот же самый вариант. Так, вот есть у нас Зефир. Так, смотрим против Зефира. Без вариантов. Игнорирует деф. Еще одна из проблем. Это Зефир. То есть, если есть Зефир, он будет игнорировать броню, вы ничего не сделаете. Так, а тут у нас Космо есть. Тоже смотрите внимательно. Космо плюс Зефир. То есть на сегодня этот герой реально боится молчанки. Ну, молчанку можно питомцам, да, там убрать. Поставить Рудика сюда. В принципе, как вариант. Боится Зефира, но его все, в принципе, боятся. Давайте попробуем. Так, нас там заморозили. Недомогание. Молчанка пришла к нам от Зефира. О, не от Зефира, а от землеройки. Заговорился уже. В итоге что мы имеем? Опять то же самое. Нифига не спасло. Давайте попробуем другой вариант. Феник дает щит. Ну, он блокирует один негативный эффект. Ну, как психощит, по сути. Попробуем такой вариант. Так, ну, против Фрейя. Фрейя, как видите, пробивает, но просто смешно. Вот Зефир включился, судя по всему. Да, мы достаем до Зефира. Вот посмотрите на урон Зефира, 250, там 180, 200. Фрейя же пробивает там вообще фигню, по 1000, по 2, по 3. То есть у нее нету такого свойства, как у Зефира, и она не снимает этот баф. То есть она не пробивает, она не игнорирует бронь. А Зефир бьет чистым уроном, то есть он их не гравирует всю бронь. Поэтому против Зефира СО на сегодня, ну, не то что, оно не актуально просто на любом герое. То есть деф, по сути, уже не настолько эффективен. Плюс молчанка есть. Плюс можно накинуть паралич. Так, поехали отсюда, забежим. Вот смотрите, там Фрейя всекает. Ну, это практически, ну, смешно смотреть. Вот посмотрите на урон. Причем Фрейя у нас 30-я. Она не пробивает. Но, как видите, все равно есть Зефир. То есть, такие вариации уже сборок, вот на максималке даже. Сейчас мы запустим. Давайте на подземках посмотрим.
Махатма, вот чем она хороша, она снимает очень классную энергию. Вот здесь она вот на подземках, на таких вариантах, на PvP-локациях, если попадется, опять же, тот же самый Зефир, мы сейчас дойдем туда, и Землеройка, и либо Космо, она становится ватной просто. Она будет неактуальна. Но, конечно, если она ударит первая, то не факт, что тебе зарядится. Как видите, они не попадают, миссуют иногда и не заряжаются. То есть она их разряжает. И ее не убивает. Даже если мы пойдем на седьмую, 7-10. Здесь то же самое. То есть фактически эти герои урона, посмотрите внимательно на и вспомните, как мы бегали полгода назад, 2-3 тысячи наносит. То есть она себе соло тут просто будет гулять. Ей все пофиг. Вот реально, ее никто тут не убьет. Ну, единственное, она может слиться еще на Атланте, если Атлант там включится. Может на ком-то слиться, и то, в принципе, не факт. Потому что здесь идет отхил от эмблемки и отхил от чарки. Надо будет ее потестировать на битве гильдии, попробовать. Но опять же, там зефиры, то есть... Там, где есть воодушевление, Фрэнк даже там не страшен, но Зефир будет только Зефир с воодушкой, все, она бессмысленно становится. Вот даже молчанку на нее накинули, авиар скорее всего. Ей все равно пофиг. Где-то здесь должен быть тотем с Атлантом. Ладно. На восьмой кошмарке я уже показывал. Там надо хорошее уклонение наролить. В принципе, тогда будет смысл ей побегать. Ну, можно попробовать. Ну, а так ее будут, видите, пробивают здесь жестко причем. Здесь будут всех пробивать. Такс, окей, с подземками я вам показал, что она может. Поехали на PvP локации. Поехали на арену. Есть она, есть. Ну, я не знаю, что у нас тут сейчас будет по противникам. Сейчас посмотрим. Это наш Вольт, мы его тестировали. Ай. Ну, сейчас тоже самый вариант будет. Вот, молчанку кинули. Заблочили и все. Но она будет хилиться. Но единственное, никаких вариантов у нас против Зефира просто нет. А так, в принципе, она довольно-таки ничего. Смотрите, что делает. Заморозили. Видите, молчание кинули, заморозили. Не смогла утащить. Сейчас бы неплохо было бы в одну линию всех найти. Вот тоже вражеская махатма, довольно-таки неплохая. Вот тут тоже парализовали и все. То есть... Сегодня я уже вам показал, чего она боится, чего боится этот герой. Поехали, наверное, на... PvP локации сразу там посмотрим, я вам покажу, почему она действительно имба. Так, убираем, ставим ее одну.
Вот такая вот сборка, она одна из топовых будет, потому что, во-первых, ее не пробивают так сильно, плюс отхил идет за счет эмблемы, плюс отхил за счет чарки, плюс увеличенная жизнь. Так, давайте вот этого попробуем. Вот, посмотрите. ББшка там бил, все, Фрея, все остальные. Вроде Фрея, да, должна ушатывать полностью всех, но здесь этот вариант просто не прокатит. Там Фрея тоже, походу, с обрядом лечения, потому что отхил идет с каждого удара, смотрю. Ну и, в принципе, они не смогли слить ее. Ничья. Сейчас поищем более серьезных противников. Может, это огники будут. Интересно против них посмотреть. Ну, как видите, вот я тоже молчанку накинул и все. Ну, молчанка сейчас для многих героев проблема. Они не могут использовать свои скиллы, поэтому это нормальное явление, что она сливается, зато у нее куча других иммунитетов и преимуществ по сравнению с другими героями. Хватает только ее урона и плюс то, что она забирает энергию. Плюс у нее очень обалденный дев, который просто, вы сами видели, по 4000 пробивает 30-е Фрея. Такс. Блин, ну тут, конечно, как обычно, у меня такие противники. Нету ни одного огника. О! Смотрим. Вот, смотрите. Не успел. Там, точнее, даже не то, что не успел. Землеройка была без ремки. То есть не включился, соответственно, он уже не успевал включаться, и мы смогли хоть немножко шатать. Ну, тут уже дальше все накинули, накинули. Так хотелось натянуть. Ну, ничего не сделаешь. Как видите, то есть такие варианты, как землеройка плюс зефирка на букву Z, они действительно портачат весь ваш деф. Один не дает использовать навыки, второй не дает. Второй, точнее, убивает через бронь. Попробуем еще найти что-то интересное. Вот, кстати, интересно будет против Асурика. А, он здесь первая эволюция. Ну, я думаю, отражалка не страшна в такой вариации. Да, и урона, в принципе, хватает. Единственный вариант, конечно, можно нарулить, если вы хотите максимум, можно нарулить побольше уклонений. Я как бы этим уже не страдаю. Бессмысленно ролить, но с уклонениями будет еще она круче. Когда вы поставите как минимум 5-6 уклонений, будет плюс один левел к чарке, соответственно, это подымет ее статы, и плюс будет больше уклона, будет срабатывать танец лезвий. Но, опять же, стоит ли оно того? Блин, ну тут не на кого напасть уже. Давайте так попробуем через Ронина проскочить. Вот, отлично. Вот против таких пачек, то есть этот герой реально может сам, то есть он это не это один из героев, который может реально противостоять пяти героям. Единственное, надо его обезопасить. То есть в данном случае даже ангел не столько надо, сколько надо обезопасить от молчания,
поставить Рудольфа, либо с Феника поставить, который даст там, ну опять же, он даст против одного навыка лучше Рудольфа, который снимает негативные эффекты. Это будет намного лучше. Ну опять же, это все зависит от удачи. Ну, как видите, герой действительно универсальный. Ну, еще боится Огника. Ну, Огник, в принципе, не сольет. Огник не конкурент. Даже не пробивает. То есть, таким дефом этого героя реально сложно пробить. Можно поставить вместо отхила Священный Суд, поставить эмблемку. Там будет увеличены плюс 40%. Плюс отхил увеличен еще больше. Но единственное, там уже не будет у вас отхила прям такого с руки. В принципе, герой действительно очень хорош, очень универсальный. Я и подземки проходил, и на битве гильдии уже показывал в интересных сборках. Возможно, потестируем, попробуем эту ССО, но, как видите, против зефиров на топовых базах вы ничего не сделаете. А так вот именно для забытой очень отличный герой, так как герои здесь, когда бегут, они выстраиваются в линию, ставите на дальнюю клеточку, они все выстраиваются в линию, соответственно, как дальних просто тупо сносит. Ну, будем ждать обновы, посмотрим, что у нас в обнове придумают. Вот опять, смотрите, Зефир просто тупо бьет через наш деф. До этого герой мог свободно выдерживать, то есть она бы свободно зависла, а теперь вариантов просто нет. Я даже ее уже не взял. Тан-тан-тан-тан-тан. Вот опять Зефир, но он не заряжает. Вот он не заряжает. Попробуем сейчас вот такой вариант. Вот разницу сразу видите, да? Как только у нас Зефир не работает, это просто мега имба. То есть ей реально пофиг все. Она будет держаться у вас, можете даже питомца поставить, на ком-то зависнуть без проблем, отхила вам будет хватать. А молчанка от фоба, в принципе, не проблема, как видите. То есть можно снести всю базу запросто. Но единственное, я вам показал все нюансы, которые боятся. Я думаю, этих нюансов боятся все герои. Но она действительно хороша. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Всем удачи, всем пока.